искусство перевивает свою сеть связей и узлов, в то время как небесные хранители имеют сообщение о направлении, которое ожидает вас в будущем. Скоро развернется то, что может принести неожиданные сюрпризы. Ангельские существа имеют для вас вопрос, верите ли вы, что каждое действие, независимо от его кажущейся незначительности, имеет долгосрочные последствия? Ответьте «да» или «нет». Некоторые люди называют эту концепцию теорией хаоса, также известной как «бабочковый эффект», где мелкие поступки одного человека приводят к заметным последствиям в будущем. Это влияет не только на вас, но и на тех, кто вращается вокруг вас, так как мир глубоко взаимосвязан. Хотя реальность может находиться в промежуточной точке, нет сомнения в том, что космос использует взаимодействие между людьми, чтобы влиять на будущие события. Даже если эффект бабочки может показаться великим, это не меняет того факта, что ваши действия имеют последствия, включая те, что были совершены в далеком прошлом. Конечно, последствия может иметь строгое значение, но это не всегда означает негативные результаты. В этом контексте что-то из вашего прошлого готово всплыть на ближайшем горизонте, так как кто-то, кто когда-то был частью вашей жизни, чувствует ваше отсутствие и готовит что-то удивительное. Повторю, этому человеку не хватает вас, и развертывание, которое приближается, может быть ошеломляющим, так как вы, возможно, ожидали, что этот человек продолжит двигаться вперед. Возможно, вы не осознаете этого, но доброта, излучаемая добросердечным сердцем, возможно, одна из самых непредсказуемых сил в отношении действий. Это может показаться интригующим, но даже простой акт доброты может переориентировать жизненный путь кого-то. Правда, негативные действия также могут вызвать аналогичное воздействие, однако удивительно, как доброе действие может звучать по всему миру. Подумайте о своем прошлом и вспомните случаи, когда близкие вам люди помогли вам в трудные моменты. Знайте, что эти действия обладают силой формировать ваши будущие поступки. Чтобы дать контекст, человек, выросший без родительской заботы, имеет такую же возможность избежать повторения этого шаблона со своими собственными детьми, как и повторить прошлые ошибки. С другой стороны, те, кто были воспитаны с любовью, имеют большую вероятность излучать доброту и продолжать это наследие. Ваши небесные хранители передают это сообщение, чтобы подчеркнуть важность доброжелательности и щедрости к другим. Понимайте, что помогая кому-то преодолеть трудности, вы позитивно влияете на жизни тех людей, которых он будет влиять в будущем. Примите то, что Вселенная считает целесообразным снова переплести ваши пути, что может привести к существенным изменениям в будущем. Они скучают по вам, и грядущее развертывание заметно. Это будет побуждать значительные трансформации, без основания для беспокойства, даже если изменение может вызвать колебания. Космос всегда обеспечит вас подготовкой к движению вперед. Следующая глава вашего путешествия может проявиться разными способами, возможно, указанными наличием маяка. Как маяк направляет сюда к безопасности, так и Вселенная направляет вас. Если вас интересует личность этого человека, то перечисление имен может быть сложным, так как это тот, с кем у вас больше нет взаимодействия. Вероятно, вы продолжили двигаться вперед давно. Однако даже незначительные жесты могут иметь большое воздействие, вот почему этот человек возвращается в вашу жизнь. Что касается сроков, вероятно, это произойдет в ближайшее время. Они подойдут к вам с возможностью, которая может способствовать вашему успеху, особенно если вы стремитесь к профессиональному процветанию. Это может проявиться как сотрудничество в бизнесе.
Если мысль о возвращении кого-то из прошлого вызывает у вас беспокойство, это понятно. Ваши небесные хранители напоминают неопределенность в рождении жизни. Из этой неопределенности рождаются облегчение, счастье и успех. Доверьтесь себе и позвольте Вселенной осветить ваш путь, так же, как маяк направляет уставших мореплавателей. Есть еще одна важная точка, которая может усилить вашу связь с Вселенной. Для человека, который скоро вернется, морская птица символизирует удачу. Она представляет собой облегчение и достижение твердой земли. Для этого человека вы подобны морской птице, связывая прошлое и настоящее, так же, как ваши действия связывают вас с этим человеком. Космос заботится о вашем благополучии, делая приемлемым течение жизни, даже когда контроль кажется скользящим. Знайте, что удача проявится в следующие месяцы. Однако важно различать между препятствиями и возможностями, перспективой, формирующей вашу реальность. Сохраняйте оптимистическое мышление и привлекайте положительные силы. Позволяйте удаче течь и доверяйте космическому руководству. Ваши хранители передают это сообщение, чтобы помочь вам понять ваше текущее положение и направить ваши будущие действия. Помните, что будущее не жесткое, несмотря на направление, намеченное Вселенной. Оно развивается в соответствии с переплетением свободной воли и судьбы, что не обязательно ожидается, что вы полностью поймете. Просто доверьтесь тому, что грядет. Я заканчиваю молитвой. Пусть свет руководителя осветит ваш путь, раскрывая замечательные связи из прошлого. Пусть вы найдете силу в потоке вашей доброты и щедрости, зная, что они формировали и будут продолжать формировать жизни. Позвольте себе обрести смелость встретить неопределенность и принять дары Вселенной. Доверьтесь переплетению свободной воли и судьбы, чувствуя себя защищенным и связанным с божественной любовью. Аминь. Когда этот человек вернется, он принесет с собой возможности для процветания. Однако сохраняйте контроль. Посвятите время внутреннему усвоению этих слов. Вспомните о своей гармонии с космосом. Позвольте этим словам звучать, направляя вас сквозь вызовы. Обратите внимание на три знака, укрепляя вашу космическую связь. Знайте, что вы защищены и поддерживаемы. Введите 1010, чтобы получить эти благословения. Оставьте положительный комментарий, распространяя свет. Давайте поднимать друг друга, создавая позитивную энергию. До нашей следующей встречи в вере, мире и утешении. Аминь.